В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений и ведомств отчитались в работе, проделанной за отчетный период. Подробнее в нашем сюжете. В связи с майскими праздниками люберецкая полиция работала в усиленном режиме. Зарегистрировано более 2000 обращений от граждан. Возбуждено 23 уголовных дела, из них 19 раскрыто по горячим следам. Личный состав участвовал во всех мероприятиях, то есть не допущено никаких громких преступлений. То есть продолжаем вести службу в усиленном варианте. Продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. Всего на 2022 год запланированы ремонтные работы в 146 подъездах. Из них 85 отремонтированы и 22 сейчас в работе. Реализуется также в городском округе Люберцы краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов по таким категориям, как ремонт фасадов, ремонт балконов, кровель, замена внутридомовых инженерных систем, ремонт отмосток. И сюда мы также включаем замену лифтового оборудования. Всего в 2022 году будет отремонтировано 135 Многоквартирных домов. На сайте za.городсреда.ру до 30 мая проходит голосование по выбору объекта для благоустройства. В нем может принять участие каждый житель округа. В 2022 году в городском округе Люберцы выбрано две территории. Это территория Стелла на въезде в городской округ Люберцы и сквер у жилого дома номер 10 по улице 3 почтового отделения в городе Люберцы. Мы просим вас принять активное участие в данном голосовании и тем самым предлагаем сделать наш любимый округ еще лучше. За отчетный период скорую медицинскую помощь поступило 2239 обращений. Выполнено 1309 выездов, из них 351 в экстренной форме и 958 в неотложной. Было 7 выездов на ДТП, 7 пострадавших, погибших нет. ДТП на ДТП доезд составил 100% до 20 минут. Фактическое количество бригад в городском округе 24. Средняя нагрузка на бригаду 10 вызовов в сутки. Глава округа поздравил с днем рождения Алексея Сульдина, заведующего Люберецкой подстанцией скорой помощи, и Дмитрия Семенцова, главврача Люберецкой областной больницы. Владимир Ружицкий отметил их вклад в здравоохранение округа. Также на совещании глава объявил о назначении Марины Зинкиной на должность своего заместителя по вопросам благоустройства округа. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.